узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца, и принял решение – нужно бежать. Здорово, народ! С вами Олег, и добро пожаловать на очередное прохождение нашей с тобой любимой игры под названием Valenheart. Ну что ж, нужно нам с тобой бежать. И давай посмотрим, как это нам с тобой лучше всего сделать. Нужны кусачки. Так, а вот еще и один претендент, да, чтобы сбежать. Не пойму, что это такое. Воды сюда нужно набрать, либо положить ломать мясо. Так, пройти туда не смогу. Лагерь военнопленных Франции, 8 мая 1916 год. Так, а вот тут у нас еда должна быть. Так, а ему что нужно? Не пойму. Табак, что ли? Давай-ка наверх слазаем. Нам надо что-то ему спустить, или он нам что-то может дать? Надо что-то ему дать, да? Труханы ему нужны, что ли? Не пойму. Может, правда, труханы ему дать? А где их взять? Ну, у нас с тобой в любом случае ничего ж нету. Так, а чем-то мясо нужно сбить вон с тех с полок. Жизнь в лагерях для военнопленных. Блин, там аптечка нужна. А где взять ему хилку-то? Носовой платок. Нашли с тобой. В этой стороне у нас с тобой ничего нету. Блин, а в целом большая такая локация, я тебе скажу. Записная книжка. Так, а там вечеринка какая-то за забором идет. Так, это что такое, барак? А в бараке письмо венгерского военнопленного. Нашли мы с тобой. Так, а вон там есть этот трубка, да? А как бы нам ее взять? Ну, пока что никак. Так, и вот тут еще было одно местечко, которое мы можем с тобой посетить. Кстати, а зачем я могу сюда залезть? Довольно странно. Так, ему как-то нужно починить воду, да? Мы видели с тобой трубу там наверху. Ну неужели хоть нашли мы с тобой хоть что-то? Хоть какой-то предмет. Так, это у нас уголь. Давай-ка его шандарахнем по трубе и пойдем посмотрим, что поменялось. Ничего у нас с тобой не поменялось. Странно, почему?
Ну давай, мойся, ядрит Мадрид. Тебя помыть нужно, что ли? Вручную. Подожди, вот давай-ка наверх залезем. Так, это что такое у нас? Жетон германского солдата. Нашли мы с тобой тут. Подожди, давай вот это пока что вот так вот поставим. Так, а подачу воды нам надо как-то... Включить тут. Так, а вот это можно как-то повернуть, да? Пока так оставим и вот тут попробуем, давай крутануть. Вот, думаю, вот так вот. И давай дернем. С легким паром. Так, давай свои труханы. Так, если я не ошибаюсь, нам нужно их отдать вот где-то тут наверху, по-моему. По такому подъемнику, да? Так, а что он нам взамен даст, интересно? Так, друган, держи, я тебе труханы везу. Так, он нам аптечку дал. Замечательно. Так, подожди-ка. В ту сторону нам надо. Давай сюда, давай дадим ему аптечку, чтоб у него, у того дяденьки животик не болел. Так, давай. Что он делает? Подожди, нам как бы не этот мешок нужен. Ну окей, давай будем ловить их поочередно. Окей. Ну ладно, давай уже вот этот словим еще. Он зря не шел. Так, давай попробуем сейчас пройти в барак. Так, наверное, к какой дороге будет ближе, так, наверное, идти. Теперь, я думаю, без проблем должны пройти. Да, мы типа сменили, да, его? Пост дал, пост принял. Так, где у нас тот-то любитель покурить трубку? Вот тут был. Буга-га-га-га-га-га. Коробка для печенья. И для печенья варенья. Подожди, а как мне это, подожди, все дело кинуть-то? Кинуть так, да чтобы сбить-то то мясо с полок. Stop!
Давайте-ка, давай-ка по этим. Попробуем покидать, да, перекладину. И вот так последнюю давай собьем. Так, где там? Осель. Осель, ты где? Ой, ты где? Эй, куда ты? Так, а тут нет никакого предмета. Случайно. Помимо болтореза. Август 1914 года, церковь. Эх, хороший пёсель спас. Так, нужно подать электричество как-то. Так, надо кого-то спасти сперва. Говорит, нужно включить электричество. А как это сделать, если там не работает трансформатор? Так, предохранитель нужен, ну да. Чего так? Бронетехника. Пружину надо найти или что? Чё там? Кинжаль? Сломанный немецкий штык. Длинный широкий немецкий штык позволял спарывать грудную клетку и ломать ребра врага. Так, а куда это мы можем приехать? Ага, я понял. Типа как-то так, я думаю, да? Точно. Так, а мы с тобой должны починить вон ту вон бронетехнику и на ней куда-то поехать, что ли? Так, где тут выход? Вот. Ты чё, штанги циркулем все починил? Так, пёсель, ты отойдёшь? Так, подожди-ка, там есть шкафчик. А как выйти мне? А я могу как-нибудь выйти? Блин, там шкаф был.
который я хотел бы посмотреть. Да, можно выйти, окей. Так, старикан куда-то пошел, окей. Че такое, дохлая крыса, что ли, на шампуре? Дохлая крыса, особенно приготовленная на вертеле, настоящий деликатес для голодающего во время войны. Охренеть. Меня игра хотит, чтобы какую-то пушку прицепил, что ли, к танку, не пойму. Так, вот что-то я не понял. А, можно, смотри, поворачивать, да, эти фигурки. Типа что-то такого, не знаю, но мне кажется, нет. Или все-таки да. Не то. Так, ну там углы везде острые, да? И побольше. Может быть, все-таки так? Другого варианта особо вроде бы нет. По-моему, это... Может быть так, но там вроде бы как бы небольшой контик торчит все равно. Так, она дальше поехала. А что не так-то? Я же не могу ее управлять вроде бы как. Давай попробуем так.
Вот пёсель, а? Верный помощник. Как назовем нашу собачку, ребят? Пишите в комментариях, надо придумать имя. Нашему герою-то. Как стрелять, окей. Блин, круто. Ох, сейчас жахнем, а? Тут еще нужно правильный угол брать. В смысле, а почему, я не понял? Мы за один выстрел отлетаем, что ли? Буду по ГД стрелять. Издалека сбил пушку. Я тебе постреляю, блин, а? Кажется или нет, что они сейчас тут все подорвут к фигам. Я проехать не могу. Блин, какая же игра кайфовая. На танки дали пострелять нам. Нейтральная зона. Нейтральной зоной называется участок между траншеями воюющих сторон. Его ширина составляла от 50 до 1400 метров. Днем нейтральная зона находилась под постоянным наблюдением. И любой, кто осмеливался показаться из траншеи, тут же получал пулю. Однако по ночам обе стороны устанавливали в этой зоне заграждения из колючей проволоки и расставляли различные ловушки, чтобы защитить траншеи. На этапе позиционной войны большая часть бойцов погибала именно в нейтральной зоне. Эх, в болоте не утонет наш танк. Французские солдаты встретили везунчика Фредди как героя. Эмиль написал Анне, что ее отец освобожден и уже вне опасности.
Но Эмиль и Фредди воссоединились ненадолго. Четырнадцатое мая 1916 года. Фредди отправили на Сому, а полк Эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревни. Деревня называлась Вакуа. Здесь боевые действия ушли под землю. Надежно засев в траншеях, противники начали рыть туннели. Началась подземная война. Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю нам закончить на этом моменте серию. Надеюсь, тебе понравилось. Не забывай подписываться на канал, ставить лайкосик. С тобой был Олег. До скорой встречи. Пока.